Приветствую еще раз народ. Поехали с Александром Васильевичем снять наши сети, проверить и снять. Думаем, рыбалка там закончена. В принципе, рыбы поймали столько, сколько нужно. Бочонок засолили, больше не нужно. Думаю, хватит этого. Вон там она у нас. Сети проверяем, снимаем, укладываем. И завтра Александр повезу уже на Усыльму, а потом уже поедем в деревню снимать новые для вас видео. На канале Охота Рыбалка Пижма. Все данные оставлю в описании, так что переходите, смотрите, канал Александра тоже. А мы сейчас снимаем сети, пока проверяемся. И поедем домой уже. Будем вещи собирать. Я, скорее всего, тоже, наверное, с Сыктывкара вон учиться. Вода большая, еще падает очень медленно. Слишком долго ждать. Рыбалка, думаю, закончена пока на этом. Охота уже тоже закрыта, все уже. Мотор как часы работает, да? Как часы, да. 16 лет мотору. Ямаха 25-я. Нормальный аппарат. Вот такой вот затопленный лес, вода начинает падать, сантиметров 12 примерно уже ушло. Здесь летом-то сухо, дорога идет. Солнце еще высоко, время 6 часов. Даже нос натянуло немножко. Сейчас снимаем сетку сразу же, даже без проверки, скорее всего, она пустая. Какие рыбы у нее навалила она? Я тут что-то сомневаюсь. Сразу ветки снизу убрать. Вообще, меня терзают смутные сомнения по поводу этой 60 изначально. Все, давай, собирай по бырику. Дома потом она высохнет, все ветки я тебя обломаю, да вытащу. Побольше кольца буду делать. Она потом карасей будет ловить больших. Ну это тогда, потом уже где-то в озере надо будет конкретно карасевым поставить. Чуть-то. Очень большой разлив. Непонятно. Может они где-то ходят там в кустах. На чистое место не хотят ловить. Да. А так сейчас рыбалку на сети я все оставляю до августа. Палка. А, колючка, да, ее надо вытащить сразу. Вообще, причем жесткая колюха, она. Все, топор под рукой. Не особо острый. Нет, она пружинит. Да. Удара нету, получается. Сеть номер два, сороковка. Сразу снимаем тоже. Здесь вот рыбы пустая. Даже видно, что рыбы нету. Рубанем. Если что, топором щуку глуши тоже. О, оторвал, да? Сдернул, да. Сдернул, оторвал. Пальцы чуть себе не подрезал. Аккуратнее надо быть. Да-да. Ладно, тихонечко. Так, в какую сторону? Туда двигаемся, да? Да. Да, вот так кольца намотаем. Хоботок больно мал, да? Сейчас да. На таком бы озере уже ставить конкретно, без всяких разливов. Тогда, да. Видишь, здесь шиповник один, он внизу-то. Угу. Поэтому-то. Но мы-то рассчитывали, что здесь ядь будет ходить. А тут ни хрена не. Вот, что-то есть внутри. Первый есть. Давай я сам выберу, держи. Рычки. Подрезок. Неплохой, да? Да. Она, эта сетка нам третьего подъезда. Поймала. А может еще будет. Здесь сейчас по идее самый ход рыбы, но видишь, нам рыбу все уже поймали, сколько нужно. Да. Вот еще вот, шопник какой-то. Там еще что-то есть. Смотри, подожди. Видишь, днем рыба гуляет. Угу. Солнечная погода, тихая просто. Вода идет на убыль. И рыба начинает активизироваться в таких местах. В тихих. Да. Вот она. Рядом, да? Да, вот сразу. Еще один окунь, что ли? Нет, это подъезд. Окунь. Окунь. Бля, окунь добрый, это знаете. Вообще хороший. Да ё-моё. Вот, еще один окунь. Еще один. Это что такое? Да ну нафиг. Окунь, гирлянда целая. Ай. Вот так вот. Заразы попали.
Ладно, это можно не париться, там она же у нас идет на дно. Сейчас не... течение уже почти исчезло. Опа, оса. Подожди, она может... прям по лицу попал, оси. По морде лица. Ага. По зубам лица попал. Видишь, на морду наберет. Ах, зараза. Местный ежик у нас, да? Этот северный. Угу. Вот только подводный. Ежей-то у нас тут нет. Отличный окунь, вообще зачетный. Хороший. Эти-то поменьше, такой попроще. Ё-моё, сколько их? Да, в одном месте 4 окуня попало. Раньше попадали, так хоть бы уху сварили хорошо, да? Да. Нам уже надо ехать домой, а они вот начали только попадать. Это как всегда закон подлости. Надо ждать. Рыбачить надо ждать. Нужно время. За один день все не получится сделать. Методом тыка же места-то ищем. Одно неверное движение, блин. И палец дырявый, да? Будет полная же. Блин, стой ты. Зараза. Зажми его конкретно. А сейчас я вытащу. Видишь? Надо пассатижи. Он, видать, стоит, только, да? Попал, так он еще не запутался. Угу. Пассатижи здесь нужны, это точно. Лисенку вот хорошо они берут тоже. Нафиг его. Зараза. Пачки. Эти-то ладно, гладкие хоть бы. Так неплохой такой, да? Смотри-ка, сетка-то сработала сегодня хорошо. До этого вообще молчала. Как будто, да, здесь как будто рыба вообще не ходила. А вот еще. Угу. Добротно. Вся рука в чешуе. Что-то все, конец уже, наверное, да? Подплыли к 50-ке. Рыба походу попала, что-то вибрируется она. Мы сейчас снимаем вам сразу же, потому что здесь все равно немного. 2-3 может быть. Ну давай, Анатолич, сменяем. Приподними сначала, потому что скорее всего прямо тут что-то сидит. Ты видишь, она как-то вся. Да не, под так, руками бери. Нет, а вообще сверху. А что он так вибрирует тогда? Что-то залезло все равно. А подними ее, посмотрим, еще далеко-недалеко. Либо рыбы нет, либо в самом конце там. Ну что-то есть все равно. Так, отрезай топором веревку. Топор-то острый, так? Тоже снимаем, у нас 50. Хорошая сеть. Дыр мало в ней пока. Она пока не по сезону. Вот. А, есть что-то, да. Есть. Еще подъязок. Вот. Хороший есть какой-то. Да, хороший есть. Давай я вот вытащу сразу. Что-то зацепился. Опачки. Вот он чистый. Братан, не дергайся. Да, блин, козел обосрал мне всего. Что тебе? Нифига себе он дал. Как чайка. Дал жару, блин. Угу. Страшно. Он тебе напоследок хочет. Да, он так пролезет. Пролез, конечно. Пролезет. Потом на фидрик буду ловить. На реке Сысала. Готов. Давай разворачивай. Подожди, руки дерьма отмою. Там что-то это. Аккуратненько. Броники падают. Что, внизу, да, зацепилось?
Не за мотор же? Куст или угол? Штоп его, да? 1000 чертей. Че он так скрипится? 2-3 рыбины. Сань, не торопись. Тихонечко. Караси бы попали бы, золотые. Нет, ушли до кармана. Давай его. Вот еще. Тоже небольшой. Сквозь, он маленький, небольшой. Угу. Не то, что маленький, но такой средний, хороший. Как говорится, средней паршивости. Червяки прямо изо рта лезут. Ну и пусть. Да ё-моё. Дождевых червяков получается сейчас много, да? Плавно, да, вот здесь. Видишь, червяк. Угу. Всякие там чешуйчатые насекомые. Вот жабры набрал. Ты должен пролезть за рот. С каждой рыбой как-то долго мотаемся тогда, кажется. Ну а что, нет, это нормальный процесс. Куда деваться-то, это ж сетка. С крючка иногда сколько время снимаешь, не можешь снять. Ну все, третья сеть снята. Сейчас осталась еще одна. И та, скорее всего, полная рыба будет еще. Самое такое хорошее место мы оставили на последок. Десерт. На десерт. Больше мотаться. Ванька, Санек, садись. Завершла. Лови скорее. Подожди. Сейчас все перепутает нафиг. Все, это запутался уже, гад. Да не успел еще, он сверху лежит. Ничего страшного. Он прям сверху так и лежит, вот как лежал. Ключик, гад. Да. Хоть бы их больше не было бы. Давай, греби. Взял. Сначала пустое. Вот я что-то уже вижу. Да. Каждую сетку разную рыбу берем. Саня, мотором только смотри, чтобы этот ближе к телу. Слышишь? Каждую сетку разная рыба берет. Попадается вот тут. Так видишь, она 30. Да, 35-ка так. Балочка у нас заканчивается. Где там в сезоне? Да нет. Через 2 месяца опять начнем. Это я имею в виду весенний. Весенний, да. Весенний сезон у нас рыбалка заканчивается. Блин, натянуто сильно. Назад немножко. Ага, а то я не могу так ничего сделать. Регулируй сразу же. Давление в руках моих. Потом у нас еще какая рыбалка пойдет? Хрен знает. Все пойдет. На все. Обычно на кораблик пойдет. На все виды. Да. На спиннинг, поплавочная снасть, опен, также сорога. Может быть, тоже будет. Там посмотрим, как. Тем веслом работает больше, этим еще не работает. То на корму наносит. Вот там я вижу. Нет, сетки. Отлично. Всякое вдоль и поперек. О, самец сразу видно, из пупырчатый. К началу-то еще больше будет. Да. Ведро рыбы опять будет. Какие-то ячейки чувствуются, что рвутся, конечно. Она полная опять. Да, опять полная. Вон, гирлянды. А где крупная-то сорога? Здоровенная-то, чтобы, да, чтобы 50 кош попадало-то. Ну, стандартный. Она и тоже есть, блядь. Давай, гребите, мисло.
Вон она, блин, вся. О, скрутили нафиг. Смотри, вся. Ага. Вся, через каждые 23 сантиметра еще рыба. Пачки. Нормальный улов, да? Да, так, блин, видишь. Они скрутили, как не знаю что, блин. Сеть только рвут, блин. Вот эта сетка нам много уже принесла. И не жалко даже, да, еще порвать. Почти этот, весь улов. Да, весь улов эта сетка нам приносит. Вот такая вот рыбалочка у нас на севере. На сети. Это очень трудоемкий процесс, да, Александр? Конечно, блин. Руки-крюки, как потом все раненые нафиг. Да, под ногтями везде все жжет от соли, потом когда солишь, моешь, порешь. От чешуи. Да, от всего, от костей, от колючек нафиг. От самой сети тоже. Постоянно ранки, и они начинают потом это все время, вода, руки сохнут. Не заживает? Да, ранка не заживает долго. Дня три нужно потом перекуры делать на этой рыбалке. Что мы сейчас, в принципе... Ё-моё, сколько их тут? Вообще полное, ты смотри, а. Видишь, вода начинает на убыль идти, да. Двигаться начинается рожняк-то. Щука бы попадала, да почему ее нету-то, не могу понять. Ничего не могу понять. Еще бы хотя бы одна щука попадала. Было бы крутяк. Вот эти хорошо уходят. Вошпеланного. Видишь, какие... Ой, блин, там еще чаще она попадала. Ну, Александр... Санек, давай. Она тут веревкой, видишь, как все перекрутила? Ага. Ага. Чуть-чуть вперед тем веслом подрабатывай. Полная нафиг. Вообще. Фляга будет полная. Полная, да. Бля, сейчас. Видишь, когда немного ловят рыбы, они потом сеть в негодность приходят очень быстро, любая она. Ну так она сама себя купит уже окупила. Да, так видишь, мы рыбу-то не продаем. Никогда. Вообще по планете, вот. Только для себя рыба. Наловил сколько надо и все, хорош. Офигеть, да все перекрутили как. Где-то утку взлетели. Так, тяни. Стало душно на улице, я думаю, все-таки дождик. Может ночью, может завтра. Видишь, как все перекрутили нафиг. Тут пореже пошли, все, вот это самый пик. Это хорошо, что пореже. Не, вот таким, там, со стороны, это вообще что-то таким. Понимаю, но, блин, вытаскивать-то их, ё-моё. Я понимаю, но... Крупная сорога. Вон какие, блин, подъездские. Где гигантская щука? Нету. Видишь, наберет на себя всего, блин. Угу. Это подъездки, да? Подъездки. Ну вот что с этим делать, блин? Снимается она. Там еще окунь, кстати. Ты не хотел бы услышать, он есть. Один. Угу. Вот как его, блин, ни туда, ни сюда, а? Давай поменяемся, если хочешь. Подожди. Я подожду чуть-чуть. Нет. Иди сюда. Блин, чтоб его. Чё он там еще орёт, блин? Отлично. Но тут, блин, море. Смотри, море. Вот это рыбалка. У вас такая же рыбалка, да, на реке? Да нет, конечно, откуда? Только на Печоре можно такие рыбалки устраивать. У нас по пижме так не уловишь. На одну сеть, по крайней мере. Вот здесь. Че, ведро уж почти полное, блин. Там гирлянда продолжается. Ох, ноги уже. Знаю. Она от еще, она там вся в начале тоже полная нафиг. Там даже утонула она. Да. Ой, блин. Идрит Мадрид, на. Знаю, верю. Идрит колотить, на. Пока снимать будем, еще навалит их. Давай, Александр, давай слабину. Да, там гирлянда дальше идет. Вообще.
То есть они чаще, чем это. Нахрен их. Супер-супер мега бомбичный. Вот когда много попадает в одну, это... Это полное, да. Ай. Ничего не поделаешь, Александр. Мы для этого сюда и приехали. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Сейчас ты меня будешь менять нафиг. Так давай поменяй, что осталось. Я не знаю, что это. Да у меня уже пальцы уже офигевают, уже видишь. Это емкий процесс, это не романтика. Это романтика, но в то же время нужно напрягаться очень сильно. Потом спина не разгибается, спишь, не тело не восстанавливается вообще. Просто не успевает восстановиться. Ладно бы, женщины бы снились, а, да? Да. А то, блин. Ядрит, Мадрид. Вот еще окунь. На, разбирай, на, хватит уже. Ну давай поменяемся. Руки помою сейчас. Бля, ну сколько попадаешь, туда вот приходишь? Боеконь. А, бля. Собирай. Держи ее, на. Спина сейчас заклинит уже, на, а? Стоять в этом положении. О, бля. Тебе там реально деревянный. О, поясница, нафиг. Я знаю, что это. Вроде не старая, да, уже все равно так. Дело не в этом, это в полусогнувшись, на. Напряжение, чтобы из лодки, во-первых, не вывалиться. Это посмотри, с рожем-то здоровый, на. Да. Давай-ка ведро. Гигантское просто. Еще комар докопался. У нас же это крайняя рыбалка, так что вот нам этот гимбельский аккорд выдается. Это кино сейчас завалит, я точно, блин. Ну ее почему ее оставили на десерт? Больше мужчине. Да. Да не, видишь, очень большая, осторожно. Сложно проходит. А, ужимать надо, я добрал. Птички поют. Солнце еще высоко. Прикинь, да? Вот еще. Еще одну проверку сегодня сделать, часов 11. Да ну нафиг, Саня. Еще столько же. Хорош. Еще 15-20 килограмм. Хорош, это нормально уже. Это мы уже порыбачили на славу, я считаю. Окунь. Вообще, окунь. Смотри-ка, вот этот деревянный ежик северный, он, конечно, сложно его с ним бороться. Если бы были одни окуни, уже пальцы все были бы дырявые. Щуки вообще нет. Щуки нет, да? Не-не. Не ходит. Печально. То есть это у нас что и чья-то? 35, да? 35-ка, да? А то и он вообще никак не хочет полазить. Но мы его все равно просунем. Ну вот, хочешь мокрый поймать, 35-ку ставь, все. Меньше не надо. Да? Некоторые там 30-ку, 25-ку ставят. Так для кого, блин? Да, это-то вообще перебор уже. Я вообще видал, на озерах люди ставят, знаешь, какую? Там под ставкаром. Угу. Я так понимаю, 18-15, да? Для чего такую мелкую-то? Это уже какая-то зелёвка прям. Меньше даже? Угу. Зелёвка в основном 19, 20, 21 ища. Это ну, нормально, 18 уже слишком мелкая. А, Саня, тут я что-то... Просто они пузатые. Кто с икрой, кто с чем. Так они обожрались вот уже в траве. Вот как такую снимать, прикинь, если ее угу. просто взять и сразу снять. И прикинь, 10 ей поставить. Угу. Таких вот. 100 килограмм спокойно можно ловить. Да. Если они все бы вот так вот уловистые были места. Угу. Тут все, заколебешься. Погнали. Недалеко. О, там еще больше. Ну, например, такая же плотность идет. Смотри-ка. Куда нам столько икры? Завтрак у нас икра будет. Кто-то звонит, слушай. Некогда. Мы рыбачим. Самый неподходящий момент, как обычно. Ну еще можно сказать, пошли. А их вон сколько. Так осталось. Это вот что такое, смотри. 8 метров, да? 8 метров вымотают. Больше, чем 30 метров. Они все тут скучковались возле вот под этим деревом. Под елкой. Бомбической, да? Да, время 7 часов. Там еще окунь идет. Крупный. Есть, да. А, уже полное почти ведро. Да я говорю, у меня уже ногти все. Кирдык. Знаю я что-то. Как раз бочку тут забить и двадцатку да, тебе добавить. Там мизи, который язык. Вот,
крупнее, которую можно. Да, заберешь. Окуней тоже можно. Ага. Там еще. Фу, метр прошел, у меня уже начинает поясница просто накаляться. Напрягаться. Ну, это у нас. Ведро полное будет, потом уже так на низ кидать просто под лодку. Ну да. Блин, по три на даже во. В одной куче по три. Так еще косяк ходит большущий. Оставили бы до вечера, так еще больше бы нарезал, вообще замотались бы. Да. Видишь, дыру-то не попали. Щука, которую сделала сегодняшняя. Да. О, перядочка маленькая зарезала. Да ладно. Да, он идет. Белая рыба. Неужели? Но я уже не жрец отпускать ее, она уже не выживет. Ну а что сделаешь? Мы ее, наверное, сильно-то и не ждали. Вообще. Угу. Там еще окуни дальше идут. Тебе везет. Да везет-то везет, он складывать некуда. А, кан у нас еще есть. Да. Любишь медок, люби и холодок. Любишь кататься, люби и саночки возить. Видишь, ветра вообще ноль, даже лицо горит. Как да, в бане. Да. Еще в зимней куртке, холодно же ездит. А это не прятка, это сик. А, да, сик. Сижок клюнул. Редкое явление, да? Угу. Не было ни разу. Мы его зажарим у себя. Вон, в дыру-то окунь попал. Да. Давай, разматывайся. Там дальше еще идут. Там как минимум еще два окуня вижу. Ладно, пока распутываем вообще. Опять изенки пошли, да? Дальше. Сожложки, окушки. Щуки жалко нету, это очень жалко. 15 килограмм точно попало? Да, даже больше. Это они плотничком тут лежат. Угу. До утром 15. Ну, тридцатка, да. Тридцатка за день. Если бы мы еще днем проверили, возможно, еще больше будет. Ну, точнее, даже не днем, немножко пораньше и вечером потом еще, да. Как вчера сделали. Поздно вечером. Видишь, нам... заметь, вода стала уходить, да? Больше стала попадать. Угу. Течение стало меньше, рыба гуляет. Опа! Ты сейчас будешь выпадывать из ведра. Ну, кидай вон, вниз сюда их. Угу. Там вода нормальная. Бензина ничего нету, чисто. Под язык. Он не пролезет, мне кажется, такой. Выдеваться. Лакать. Вот колючка, да? Угу. Ёж, я говорю. Северный ёж подводный. Наш. У нас ежей-то нет. За крышку они капитально зацепляются. Угу. С чем-то еще, наверное, за рот. Ну-ка. Что-то не пойму я тебя, слышишь ты. Если здесь на удочку стоять, вот дерево привязалось, мне кидать поплавок. Может быть, что-то клюнет, но скорее всего будет такая только мелочь. Такая сорока, она вряд ли будет клевать. Что-то косока не рыбачила, такая она редко. Вот такая вообще не клюет никогда. Крайне редко. Щелей. Здесь, кстати, очень много можжевельника. Ой, не можжевельник как-то. Кобылица. А-а-а. Ягода кобылица. Кобылица, да? Можжевельник же, да? Нет, можжевельник это. Понял, понял. Хвойная, это же ягодник. Это как называется? Дерево-то само. Где? Да вон, везде растет. Кобылица? Ну, кобылица, да, но да. У нее есть свое название. Синие ягоды. Да-да. Видишь, его там специфический... южнее уже нет этой, да, этого дерева. Специфический вкус. Кустов этих нет? Я их всегда ем. А тоже? Но они давление сильно понижают, много нельзя их. Это повышенное давление. Опачки. Сейчас надо будет сети все прибрать, аккуратненько разложиться. Поим домой, их на веревку все сушить. И пусть до августа лежат. Потом приедем, как бы уже опять порыбачим. Александр, возможно, заново приедет. Уже карасела в половине, да? Да. Обязательно надо приехать. Карасель на сети, а на спиннинг уже щука, окунь. Не убег. Там уже два их, наверное. Смотри, в воронку залез. Ага. Гаденыш. Чтоб сеть не упал. Вообще, это что такое? Аккуратно мотором. Ни одной щуки. Один хороший. Одна серая рыба. Но подвязки окуня. Верши и подвязки небольшие. Складно, да? Да. А быстрее доснять эту сеть уже. Кидай. Он... полная плитка ведровая. Вниз кидай туда. А, это еще держи там одна.
Там за книг-то опять сейчас сетка сядет. Она крепкая, жару переносит хорошо. Сикольм, омуль, хариус. Хариус очень нежный. Пилятка. Пилятка тоже нежная вообще. Сик еще нежнее. Он разваливается прямо на солнце. А пелить? Варится. То же самое? Что там еще 5 штук? Будешь, тушки как, падают. Как? Мотор. Ну, там. Вообще, этот запутался очень жестко. Потащить как же его потащить? Ладненько, в общем, этих вытаскиваем. Потом будем уже снимать. Там крупные такие, да, изенки-то? Подвязки хорошие. Да. И что же, косяк целый прошел их. Косяк поворачивали. Ну, так она... ну, там, еще... там нифигово бонус в конце, да? Да. Погода радует. Там ясь попал, да, я тебе скажу. Место хорошее, проходное такое. Видишь, те три сети, да? Слабо ловили вообще. Я говорю, все похоже, то же самое. Ага. Что там еще? Да сколько их? Когда же они закончатся-то? Это же жопень, Саня. Ага. Верю. Штурки уже, крюки уже. Фу. Просто невзрачное место, да? Да, вообще не... Это не протока, здесь ничего нету. Ну, как бы имею в виду, ни виски, ни соединения озер. Да, ни река, ни... Не то место, где рыба заходит и уходит. Это буквально чуть не в лесу. Просто заливной лес. Да. Ну, сколько там еще? Крайний. Крайний самый большой в этой сети. Ага, вот. Если не убег. Что-то еле держится, смотрю, так нет? Блин, сейчас убежит, смотри-ка. Он только зашел. Чуть-чуть. Бля. Все, ушел там. Ушел? Ушел. Да их принеси, не жалко. Пошел он вон, пошел на ведро, сколько можно? Саня, давай топор я тут отпилю. Он, видать, только заткнулся. Может быть. Я говорю, он не защищился, а просто зашел мне как-то и... осел. Суровый. Я потяну сейчас чуть-чуть. Готово. Все, снимаем. Сейчас я корму разверну. Видишь, за угол там, чтобы я. У меня тут деревья тоже тянут. Давай, Александр Васильевич, погнали. Кажется, пока мы снимали, сейчас еще там какая-нибудь фигня воткнется. Может быть. Я сам носом немножко пойду. Ну, как бы дыр-то не особо, да? Вот у кого-то месте одна. Итак, маленькие дырочки. Да, это фигня. Еще эта сеть еще половит, хорошо. Говорят, с дырявой сетки еще лучше рыбы. Она прожженная уже такая. Прожженная, да. Видишь, ячейки я вижу снизу. Подорванные уже. На канале поймал-то уже килограмм, наверное, 50 рыбы поймала, да? Да, одна только сетка. Если бы ее еще не переехали на моторе, не своровали. Тут-то, другую? Да. Возможно, еще больше было. Там 38 было, тоже отлично ловил, вообще просто. Нет, ни один не попал, ну и ладно. Оставлять не будем. Так вот, килограмм около 20 попало. Ну, не 20, 18 попало. Одному езю вообще галимо так повезло, да? Да. Вообще удачно просто. Если чисто, ничего нету, ни травы, вообще, ни кустов. Даже ни листочка, ничего нет. Никакой ни палки, ничего. Сейчас я отрежу. Натяг, что был. Да? Ага. Все, Костя, связываем, едем. До дома, когда-то. Надо еще рыбу чистить. Чистить, подсолить. Если уделить время рыбе, это займет у нас не меньше часа, я думаю. Да, сейчас. Выпарать, посолить, это, помыть, посолить и так далее. Дел много. Что, поехали?
все, мы дома. Приехали. Буквально минут 15 ходу и все на месте. Рыба попала неплохо. Полное 15-литровое ведро. Ну, здесь еще немного. Душ, наверное, 12. Немножко воды налил, чтобы не высыхала чешуя пока. Сейчас это дело будем чистить. Солить бочонок. Но в осадку немножко можно еще добавить. Саня здесь себе увезет. Остальное поедет в Сыктывкар. И больше львиная доля пойдет Эдуарду Николаевичу, которого все уже давно знаете. Пусть вялит, жарит, что хочет с ними делает. Да? Да, главное, что в пользу. Да. А вот оно что. Мы и забыли про него. Он, кажется, здесь был. И это я его воткнул сюда. Ну что, Александр Васильевич, заказчик на эту рыбалку до августа месяца? Да, Александр Анатольевич, наверное. Совместную рыбалку до августа месяца. Да, да. Все нормально будет. По работе и так далее, да. Как получится? Как в отпуске? Борода уже вон как выросла. Да. Самое главное то, что у нас в отпуске совпали. Неплохо. Ладненько, что, давайте всем счастливо, до новых встреч. Всем пока. Мы собираемся рыбу чистить. Все.